Камеры видеофиксации установят на 9 столичных перекрестках и 2 путепроводах. Нарушения правил дорожного движения будут фиксировать на пересечении улиц Бакамбаева-Манаса, проспекта Чуй-Манаса, Чуй-Павлова, Джибек-Джолу-Манаса, Махатма-Ганди-Баталиева, Джибек-Джолу-Корманджан-Датки, Ахумбаева-Байтик-Батора, Чуй-Абдрахманова и Байтик-Батора-Горького. И еще одно нововведение. На путепроводах, то есть под мостами на улице Ибраимова и 7 апреля, появятся скоростомеры. Напомню, сейчас за превышение скорости от 20 до 40 км в час штрафуют на 1000 сомов, свыше 40 на 7500 сомов.